Как сообщает пресс-служба главы нашего государства, президент Республики Узбекистан совершит рабочий визит в Венгрию. По приглашению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана 19-20 августа этого года президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев посетит город Будапешт с рабочим визитом. В соответствии с программой пребывания глава нашего государства проведет переговоры с премьер-министром Венгрии, в ходе которых будут рассмотрены вопросы продвижения программ и проектов практического сотрудничества между двумя странами. Президент Узбекистана также примет участие в качестве почетного гостя в мероприятиях в связи с государственным праздником Венгрии – Днем Святого Иштвана, а также посетит финал мужского забега чемпионата мира по легкой атлетике, проходящего в Будапеште.